Башкортостане в 2022 году может начаться проектирование железнодорожного кольца вокруг Уфы. В региональном Минтрансе отметили, что первоначальный старт работ планировался в 2024. Проект городских электричек предполагается реализовать за счет средств Фонда национального благосостояния и российских железных дорог. В ведомстве сообщили, что по предварительным подсчетам на проектирование потребуется 1,5 миллиарда рублей, в то время как сама стройка обойдется почти в 19 миллиардов. На первом этапе планируется построить вторые сплошные железнодорожные пути на южном обходе Уфы, а также перенести грузовое движение поездов за город. Затем строители протянут новую железнодорожную ветку до аэропорта Уфа, а также запустят кольцевые линии электричек по маршруту Дема-Шакша-Уфа-Дема. В результате маршрута по Выглино аэропорт Уфа займет 50 минут, а по кольцу вокруг Уфы около 2 часов. Проект подразумевает строительство 5 новых транспортно-пересадочных узлов помимо аэропорта. Это правая белая, это новая парковая, это Выглино, большой транспортно-пересадочный узел. Да, помимо этого, в третьем этапе сидит строительство 9 остановочных пунктов. Нагаево, Русский Юрмаш и так далее. По данным Минтранса, предполагается, что после строительства ЖД-кольца пассажиропоток на скоростном электротранспорте увеличится с 1,5 миллионов до 4 миллионов человек в год. В результате планируется, что городские электрички разгрузят дороги Уфы и Уфимского района, а также повысят транспортную доступность аэропорта. Кроме того, после запуска железнодорожного кольца в столице значительно улучшится экологическая обстановка.